Здравствуйте, здравствуйте, с вами Снежана. Давайте посмотрим, скучает ли мужчина. Для начала посмотрим, что за джентльмен пришел. Притяните его сюда и посмотрим. Что же за мужчина для начала, с которым ничего нет, девчонки. Слишком много движений было. Суетолог, как я называю. Приносила одни расстройства, да, депрессию. Почему-то все у него заканчивается, девчонки, со всеми. Но человек может быть нечестный, да, все-таки по какие-то коса, метла и плеть, да. Слишком много с ним каких-то выяснений отношений, ссор всегда, да. Вот такой вот мужчина, несущий в себе какие-то вот эти вот волнения, да, вот такую вот энергетику очень тяжелую, в принципе, да, но человек, который всеми этими методами почему-то ищет благоприятного периода, обрезая, ругаясь, да, что-то вот такое, он все время уходит, ища более лучшей жизни, девчонки, по солнышку. Давайте посмотрим, да, скучает ли мужчина по вам. Какие чувства там у него в отношении вас? Скучает ли мужчина по вам? Да, скучает, девчонки, в ограничениях сейчас. Чувствует себя как раб, да? В вашей жизни почему-то это тень. Видимо, это бывший. Видимо, это бывший мужчина. Очень хотел бы, девочки, с вами все заново, да? Скучает ли скучает? Скучает по вашим разговорам, по вашим свиданиям, по то, как проводили время. Но тут произошло разрушение. И у мужчины очень много мыслей. Мыслей каких? Разочарован, девчонки. В чем разочарован-то? То, что нету дома больше рядом. Нету вас с ним. Нету дома общего. Нету места встреч и нету свиданий. Что еще? Да, вот и вы вышли. Вот и вы вышли. Вы были ему как утешение данной девчонки. Какая-то договоренность у вас с ним была, уж о чем не знаю. Но вы для него это утешение от жизни. Может быть, на самом деле что-то в жизни происходило, и вы на тот период, на этот период, не знаю, были даны ему как отдушина какая-то, да. То есть все тепло, любовь, развлечение, вот все было у него с вами. Скучает ли? Утратил вас он. Хотел, между прочим, с вами быть. Почему-то мысль такая была. С вами, да, прожить до конца. Что-то не срослось, видимо, да. Не срослось. Обижен кто-то был. Почему все разрушилось и все завершилось. Обиды нанес, может быть, девчонки. У вас тайный был союз, девочки. Тайные были встречи, скорее всего, действовал по хитрости. Тут даже и бежать, да, не надо. К бабке не ходи. Скучает ли? Отрешенно сейчас от всего. Как будто запер себя сам. Такое ощущение, что сам себя наказывает. Человек находится в ярости. Его поведение такое, он понимает, что он так неправильно себя повел в отношении вас. Это его приводит в какую-то прям, ну, девочки, здесь человек любит. Хоть он и не с вами, но он вас любит. Скучает.